слышно? Скажите, пожалуйста, музыка не перекрывает то, что я говорю? Ты слышишь или нет? Скажите, пожалуйста. Слышу. Слышно сейчас? А музыка слышна? Во, короче, сделаем так. Чтобы не вашим и не нашим. Как делить? Рассказывайте, пожалуйста. Как ваши дела? У меня был насыщенный день, очень. Никита, ты лучший, удачи в любви, спасибо. Здравствуйте. Спасибо. Ага. Было, я сегодня ездил к ребятам на ССЛ. Мы прекрасно провели время. Прям вообще огонь. На пляже потусовались, попрыгали, побесились. Всеми ребятами виделся, с Ромкой, с Маринкой, с Семёй Оганесян, со всеми, короче. С Лёшей, с Майей, естественно. Вот. Честно, сил ноль. Но оно того стоило. Впечатлений уйма. Прям очень. Сейчас пролистаю. Федики, да. Бывает. Мне 22. Привет из Питера, привет. Не понимаю, что за слухи. Ну, слухи, они всегда есть и будут, поэтому. Привет из Германии, привет. Крым на связи, привет. У тебя Венеры нет. Съезжу с Олесей. Так. Песня называлась, которая сейчас сыграла, Терновой попкорн. Новый трек. Настя спит. Наверное, спит. Поцелую, ну. Все хорошо. Все очень хорошо. Ребят, давайте сразу. На тупые вопросы я отвечать не буду. Ну, банальность задаете. Каково это быть очаровательным парнишкой, который обсался у красивой женщины? Вы знаете, это было круто. Это было прям вау. Да, мы, ну, по-разному, то разные ребята отправляются. Вот одня к нам приезжали Дмитренко. Семья Дмитренко. Желаю тебе счастья, ты классный, спасибо. Ты такой счастливый, приятно смотреть. Да. Спасибо. Юрка, да, классный. Дирик, читаю. Насчет колонн, Катюхи. Честно, душа болит.
Очень, потому что, ну, мы с ней лично, ну, прям не разлей вода. Потому что она безумно открытая девчонка, как сестра, прям ни больше, ни меньше. Она меня безумно поддерживала, я ее безумно поддерживал. А то, что она выбрала эту жизнь с человеком, который, ну, как по мне, ну, мне кажется, не ее пассажир. Это жизнь. И мы будем обжигаться, и вообще как бы, ну, не знаю. А скучаю, да? Мы скучаем. Вот. И как-то, ну, хохота я вот этого, гогота не хватает этого, каких-то встрясок, смеха, улыбок. Ну, как-то было очень круто. Но все, что не делается, делается к лучшему, поэтому с колонией Хана всегда в моем сердце. Мы обязательно будем видеться, общаться. Поэтому как-то так. Катюху люблю. Да насчет Настена вы не переживайте, потому что как на то показано в эфирах, вы много не видите. И у нас потрясающее общение, все хорошо, очень даже. Ну, общение. Вот. И как-то, ну, я, честно, очень сильно счастлив, обретая здесь настоящих тех людей, с которыми хочется идти дальше по жизни. Тебе много позитива, ты очень клево, спасибо. Вот спасибо, да, вот спасибо, спасибо. Звучит как-то, да, вот банально, но вот люблю. Прям благодарен. Завтра тоже, наверное. Звучит как-то, да, вот банально, но вот люблю. Прям благодарен. Завтра тоже на яхту. А я вот не знаю, как ведущие скажут. Фамилия у тебя крутая. Привет, как моей подруге. Спасибо. Огонь, да, огонь. Где мой пассажир? Где-то рядом. Настю беречь, конечно. Ой, да. Сердце болит. Такое бывает. У нас очень жарко, что-то в последнее время. Вот эти дни мы прям на лобном сидим, просто как масло. Таем, очень жарко, до 40 с чем-то доходит. Прям, ну, невозможно. Ну, что не сделаешь ради вас. Я служил в железнодорожных. Кстати, Олеська сейчас, ну, она нет, она сейчас в прямом эфире тоже. Она мне сделала красивое, очень сильное видео. Ну, по ее вкусу. Мы там поржали, что вообще, какую музыку наложить. Ну, короче, не на днях, либо как будет настроение, выложу, надеюсь, вы оцените. Ну, такое оно, муд видео, такое, как я люблю, релаксное, поэтому. Настя Голд ушла с проекта? Нет, не ушла. А с кем все? Со всеми общаюсь. Выздоровление тебе скорейшего, спасибо. У нас сейчас время час будет. Симпатюля, спасибо. С Мариной Африканта дружу, конечно. И с Ромкой. Мы всегда на связи. В нос говорю, да, потому что что-то я подостыл, но воздуховодка, которая, ну, вы поняли, да, простудился. А что за Захарову скажешь, а что сказать? Все хорошо.
Воронеж, привет. Сейчас листаю. Листаю, листаю, листаю. У нас тут в Германии туалетной бумаги нету. Слушайте, ну с этим вирусом это, конечно, аншлаг полный. Мне так кажется, что это какая-то мутка, ну, фиг знает. Еще, конечно, Настя попросила. О, да. Слушайте, ну это даже чуть-чуть. Короче, это было круто. С Настей сказать, будешь дружить за проектом? Странный вопрос. Ну, дружу. Ну да, да. Что делать, если ты разочаровалась в людях и в себе? В себе разочароваться, это. Слушайте, даже не знаю. В людях, когда разочарование, особенно предательство, вы должны идти дальше и не оборачиваться назад. А в себе надо что-то менять, если, ну, неуютно. Что-то не то. Что можешь сказать про Олесю? Что можно сказать? Обожаю. Просто настроение всегда с ней. Китос, чтобы не было. Я тебя поддерживаю и уважаю. Ты необыкновенный человек. Главное, ты очень сильный парнишка. Спасибо. Подозрительно счастливый? Ну, может. Девочки, ну конечно, кастинг, все хорошо, все в самом разгаре. По гороскопу я Овен, 6 апреля. Как тебе новенькая Алия? Хорошая девчонка. Выкладывай, Никит, будем ждать видео. О, огонь! Хорошо. Чего мне не хватает? Настоящей искренней любви. В девушках какие люблю качества? О, привет. Стервозность. Характер. Тактильность. Не скованность. Доброту. Улыбку. Как-то мы сыгли. Кого? Дела я не понял. Самый милый. Катя ушла к мужчине, к мужчине ушла. Настя с кем живет? Настя ни с кем не живет. Ты говоришь, что похож на солнышко, нет. Лобное закончилось. Ну да, Настя, я не знаю, я всегда смущаюсь. Выздоравливаю, спасибо большое. Какая твоя мечта, Никита? Ну, если расскажу, она не сбудется. Ну так у нас уже вроде одинаковая фамилия. За гигиены, да, это вот правда. Я вообще чистоплотный жесть. Да, вообще, когда был такой период в Унгало, нам не было некуда заселяться, и мы тут смесью жили, девочки, мальчики, мальчики, девочки. И хочу сказать, что с девочками жить это просто жесть. И не найдешь даже своих вещей. Где что лежит, непонятно. Ну, с Олесей нормально. Нормально.
терпимо. С Настей нет. Даня, на фоне твоя фотка. Обожаю. Обожаю. Даня, Захар. Обожаю. Захар особенно. Да, но сказать намного лучше, но потихонечку, но все равно. Овен тоже папа, Зяк очень хороший, любимый. Да, я тоже так считаю. Скоро день рождения, хорошо тебе отдохнуть. Да, я, кстати, что-то выкладывал вопрос-ответ вам, когда вы задали вопрос, что-то я так листал, листал, вспоминал, как день рождения праздновал в том году. Было классно. Не знаю, как сейчас будет, но... Приятно с тобой наблюдать и поречу. Извините, пожалуйста. Спасибо. Коснись, как ты умеешь громко. Ха-ха-ха. Не могу. Без повода. Ну почти что-то прорвало. Гит, я астролог, спроси, что хочешь. Напишите мне в директ. Где учился, на кого? У меня образование дизайнерское, общее образование, вышка. Я знаю твою мечту. Какая же она? Песик это... Захаряша. К Насте нет, нормально все. Хочу прийти к тебе. Напиши мне в директ. Я тоже Овен. Ну вот видишь, сколько Овнов. В деревню с катертью. Тебе важно, как выглядит девушка, внешность. Должна быть типажная, все. Вот свойское какое-то такое. Я не знаю, как вот это объяснить. Может пропустить, ну я, но ребят, нам дают интернет, к сожалению, сейчас на час ровно, на час полтора плюс-минус. То есть вот меня заразило, уф, а я не зевал вроде, а не зевал. Девушке нравится, вам известных девочек назвать или вам назвать? Как? Или из проекта? С проекта мне нравится типаж Насти Киушкина. Мне нравится Инесса Шевчук. Мне нравится Лера Фрост. Мне нравится Марина Фрикантова. Из известных женщин в мире. Мне очень нравится... Ну, в мире. Мне очень нравится типажом, хоть я не люблю брюнеток. Ну, я не знаю, мне просто влечет, потому что Серябкина, она человек, так скажем... Ну, она брюнетка, темненькая. Обожаю. Типаж, все. Все люблю. Поэтому... Светленькие. Мне нравится Ханна, певица. Мне нравится Вера Брежнева. Мне очень сильно симпатизирует. Слушайте, что гадаете? Посмотрите-ка, под кого я подписан, и вы все поймете. Овны пробивные, да, я согласен с вами. Но уперто баранья рога иногда, да, надо их в правильное русло. Здравствуйте, здравствуйте. Ой, как
Как в Москве дела, ребят? Есть кто из Москвы? Как там вообще погодка? Вроде там уже светло, светлее. Русский язык. Там, я так понимаю, не так поздно уже. Закат. Извините, не варю, все, голова не варит. Чем зубы удобряешь? Зубы удобряешь? Что? К тату отношусь никак. Но если. Ну я не знаю, я не люблю особо все это. Я не пью, не курю, тату, не знаю. Не люблю. Но если это элегантно, там, грубо говоря, как у Ксении Бородиной, Оли Бузовой, такого плана, ну, может, да. Если это опять же идет, я вот как-то. Я вот не себе не представляю тату. Вообще. Даже когда я еще больше накачаюсь, ну, не хочу. Ну, моего возраста примерно, плюс-минус. Настя нравится, конечно. Очень. Очень. Там видно. Ну ладно. Странный вопрос. Ладно. Погнали дальше. 10, ладно, все, прям 10 минуточек и все. Я убегаю, к сожалению. Лечиться, спать ложиться. Да, она сзади меня, диванчики. Спасибо. Интересно, сейчас пролистаю. Пожалуйста, осторожно, только лежать ногу. Спасибо вам огромное. Всех люблю по-своему. Но это любовь, знаете, как говорится, вот не то, что типа слово люблю, потому что это звучит, да, как-то громко. Хоть мы там, да, семью не строим, это в дальнейшем по-разному может сложиться жизнь, общаться мы будем за периметром или нет с ребятами. Но я люблю за те моменты, которые здесь, ситуации, смех, горе, все. За это я люблю. Ребят. Да, работал и учился. Доброй ночи, выздоравливай. Слушай сердце, оно тебе настоящее. Спасибо за искренность. Спасибо. Доброй ночи. Тебе легко морально на доме 2? Морально, физически, да. Бывало как-то там. Улыбаюсь вам. Просыпаемся мы в 9 плюс-минус. Дай бог тебе здоровья. Мне нравится с тобой наблюдать. Молодец, спасибо. Фу, извините, я гнусавлю ужасно. Рост твоего воздуха дуя, улыбка души. Хорошо тебе завтра дня. Спасибо. На руках что у меня нет ничего. Благодарю, спасибо вам, что вы так прямо от души. У Юльки, Жени все сложно, как всегда. Ты вообще гений, спасибо.
Вы же с Алексей дружим, да? Привет, привет, привет. И соскучился по друзьям и родным. По маме, да, по бабушке, да. Но поначалу хочется прям каждый день их видеть. То есть даже когда был на поляне, когда пришел там, ну, грубо говоря, мне там доехать, да, там полчаса до дома. Но факт в том, что хочется самостоятельности. Позитивный, искренний, умный. Ну, позитивный, да, искренний, да. Умный, учусь. Башку надо развивать. Олесь с Серегой не мерятся, нет. Олеська дает отворот-поворот. Вот такое смешно. Поржать увидеть. Привет, привет, привет. Я вот очень хочу показать вам, как я люблю, как я могу повернуться наизнанку, что ли, даже так скажу. Не знаю, громко это звучит или нет. Очень хочу. Безумно. Назвать свои самые отвратительные черты характера. Легкая лень. Фу. Но она у каждого, наверное. Не знаю. Я очень любознательный. Безумно люблю моменты яркие, которые вот хочется вспоминать. Но иногда хочется все эти моменты как-то выложить в соцсеть, чтобы это было на памяти и это видно визуально. Да, там тот же самый Инстаграм. Учусь. Мне сегодня урок мастерства Маринка дала африканта, поэтому все будет. Кто же пришел? Вы не представляете, кто ко мне пришел. Ко мне пришел в гости. Не, пришла в гости. Смотрите, какая женщина. Русалка. О, боже, привет, Всем приветики. привет. Подписывайтесь на меня в Инстаграм. Настроение Олеся. Понимаете? Ты куришь, пьешь? Ничего не пью. Не пью. Ты придешь, Аль? Обожаю. Ребят, смотрите эфиры. Все, и все. Твой любимый трек из последних песен. Артик Асти. Незаменимое. Что-то пробило. Мне Катя видео снял под него. И, наверное, такие дэнс ритмичные видео. Ну, видео, музыка такого. Меня Леся подсадил. Что-то так вот прям пробивает. Любимый трек Серебра. Да, в исполнении подруги моей, ну, о, мама. Ну, это трек последний, который вот, к сожалению, был в составе с Лизкой. Па-па-па-па-пау. Ты действительно общаешься с... Да, это правда, общаюсь. Но уже с бывшей солисткой. Лиза ушла из группы. Мы учились. Но потом как-нибудь расскажу вам.
Слушайте, друзья, я как-то все-таки, давайте поразмышляем. Да, губы в губы. Собственно, я как-то очень вдохновляюсь такими соцсетями, как, допустим, аккаунт Марины Африкантовой в плане каждый день выкладывать видео, фото живые, контрастные, очень яркие, сочные. И также вести стори. Но у нас дефицит в плане у дома 2, а у SSL больше возможностей, и ребята чуть больше на связи с вами. Я очень люблю Инстаграм Марины. Очень люблю Инстаграм Ромки Капаклы, Лёши Купина, Майя. Такие вот именно живые. Но у них очень интересный контингент в плане того, что их страницы именно завораживают тем, что это всегда улыбки, это всегда хорошее настроение, и это пара. Пары. К чему я это все? Потому что хочется вот больше, не себя больше постить, а хотели бы вы, наверное, с ребятами больше фоток наших, домовских. Там, с Алиной, с Никитой, с ребятами, с Серегой, с Захаришом, Олейской и такие. Потому что вроде локации хочется, и опять же, хочется разных вещей, чтобы было, да, разнообразие. Короче, загоняюсь, жесть. Но вот, интересно, вот вы хотите, типа, Инстаграма Марины, чтобы я так же вел. Маринка меня похвалила, кстати говоря. Она говорит, умница. Умничка. Устрою фан-встречу в Москве. Ну, может быть, когда-нибудь. Так, друзья, я побегу. Любимые люди меня ждут. Я очень рад с вами пообщаться. Безумно. Да, вот милый, хороший, но без... Да, вот я с вами полностью согласен. Собственно говоря, спасибо вам огромное. Ужас, хочется с вами общаться как-то более чаще, но... Дефицит, сори. Но я все сохраняю в черновик, буду выкладывать. Люблю вас безумно. Спасибо, что вы со мной, что вы присоединяетесь, подписываетесь. Это дает толчок некий, что люди чувствуют. Мои люди всегда со мной, как говорит наша любимая Оля. Оля Игоревна. И безумно рад. Благодарю вас, что вы смотрите даже сейчас. Хорошего вам вечера, ночи, доброй ночи.